Владимир Мединский провел лекцию, отвечал на вопросы и после продолжил общение с детьми в неформальной обстановке во время чаепития. Глава Минкульта отметил яркое отличие учеников Сириуса от своих сверстников. По его словам, воспитанники центра разрушают стереотипы современной молодежи, зависимой от социальных сетей и транслирующей чужое мнение. Каждый раз я как будто в будущее прихожу, знаете, машина времени. Раз, значит, перелетел лет на 20 вперед. Вот мне кажется, что вот это, собственно, Сириус – это прообраз того, как должно строиться образование в 21 веке. Отбор талантливых, обучение, ротация, общение с мастерами своего дела. Владимир Мединский рассказал воспитанникам Сириуса, почему он считает историю наукой важной для каждого. Без изучения этого предмета, отметил глава Минкульта, сформировать гражданина невозможно. Он напомнил и о временах римских гладиаторов, и об идеях эпохи просвещения. Поговорили и об избирательных правах женщин, которые появились в России раньше, чем во многих европейских странах. Вопрос ученицы Сириуса Екатерины Кожемякиной о том, насколько жителей нашей страны можно считать европейцами, министр назвал лучшим, поскольку он заставляет задуматься даже доктора наук. Никогда даже не думала, что настолько близко смогу пообщаться с человеком, который такую важную роль играет в нашем государстве. Я как, будучи человеком более или менее сознательным, невозможно было просто упустить шанс задать ему несколько вопросов, касающихся культуры, истории, поскольку он доктор исторических наук. В подарок школьнице досталась книга лектора с автографом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.